Так. Ох, ее все заново настраивать. Раз. Раз. Так, проверка. Так, проверка. Не, ну вроде нормально. Не, ну вроде нормально. Так, задержка хорошая. Около 2 секунд. Так, блин, осталось проверить насчет чата. Так, чат. Мне нужен чат. Чатик, чатик. Так, мой канал. Чтобы я видел чат, надо сделать так. Ага, мой канал. Теперь мой канал. О, все отлично, все работает. Господи, боже мой. Жаль, конечно, что рестрим перестал работать. Теперь для тебя стримить и на Твиче, и на Ютубе одновременно. Тут как бы выбираешь, что тебе нужнее. Так. Ну, в принципе, все. Можно возвращаться в игру. Так. Так, ну вроде все нормально. Да, игра по сети. Я Синпень. Что здесь делать одному? Так, ну что, я думаю, можно начать с Нью-Йорка. Так, ну, персонажи, я не знаю, ну... Кто у нас тут? А, уже кто-то этого персонажа взял, я вас понял. Чё меня так фризит, я не понимаю. В этой игре. Ну, я буду тогда за нее играть. Так, он уже готов. Ну, и я, в принципе, тоже. Давай. Ага. Он уже куда-то убежал без меня.
Так, третья сложность из 5. Будет, конечно, тяжеловато. Это огнетушитель. О, ящик пропустили. Ё-моё. Что у нас здесь? О, это целый гранатомет. Это я возьму, это вещь такая полезная. Так, ну, не, пожалуй, я лучше с дробовиком останусь. Йо. Успел первым. Я беру это. О, я еще это возьму. А, подожди, это вспомогательное оружие. А я что-то думал основное. О, эта вещь нужна. Фига он, конечно, дробовик себе нацепил. О, пулеметик. Ну все, я вооружен до зубов, теперь можно идти на войну. Крыса. Ох, ни хрена их тут. Братан, сорян, не хотел тебя поджечь. Не, ФАМАС я не буду брать. Ох, ни хрена их там. Пирамиду из себя делаю. Не, ну пока что просто надрать сложности, если уж честно. Может, это пока начало? Чё? Ой. Я не специально. Ух, ё! Это было неожиданно максимально. Так, что у нас тут? О, я это возьму. Это получше дробовик. Боезапас полный. Так. Электроловушка. Блин, Барретт. Разрывной. Тоже вещь. Я, пожалуй, лучше оставлю этот... себе пулемет. Сюда установлю. Так, что у нас в ящике? О, аптечка. У меня как раз ее нету. Да, у нас ни у кого ее, кстати, и нету, этой аптечки. Поэтому тяжеловато будет. Или я пропустил где-то? Да нет, вроде нету. Мне кажется, должны давать в начале игры всегда аптечку. Ну, вроде все. Все ящики нашли. Everybody, check this out.
Не, лучше проверить, лишний раз не будет. Потому что разнесут нам лица только в путь. Так, ну, вроде все, я не знаю. Больше нет пути, куда сходить можно. Везде ящики открыты. О, пошла орда. Ё, а чё я-то сразу? Вот, готов. Чё, это мы подержались, да? Не, у меня оружие тяжелое уже есть. Аптека. Я думаю, никому она не нужна. Okay. На максимум полечусь все равно. Go! Go! Так, все углы надо просматривать. Может, что интересное будет. Потому что аптечка, блин, она реально не на видном особом месте лежала. Даже не подсвечивалось. Как говорится, в твоей заинтересованности все находить предметы. А они все рандомно раскидываются. Так, ладно. Здесь тоже все чисто. Ой-ой-ой. Надо помочь. Жирный говнюк. Найдите ящики с припасами, отнесите их машинисту. Так, окей. Куда идти? Достичь. Погнали. Здесь только один был, что ли? Ой, камикадзе был. Ё-моё. Не, мне надо менять срочно оружие. Дробовик это, конечно, хорошо, но... Но-но-но-но-но. ФАМАС. Не, ФАМАС. ФАМАС такое себе оружие. Дробовик это лучше будет. О, аптечка. А, нет, это бинты. Так, винтовки одни. Нет, спасибо. Там уже кого-то уложили.
Так, тем временем нам осталось 4 коробки отнести. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, двухстволку я не буду менять. Ой, точнее свой этот ПП на двухстволку. Это такой себе, такая себе замена. Так, кстати, патроны, я что-то про них не обратил на них внимания. Так, сейчас подберем. Ё. Так, пацаны, разойдитесь. Так, у меня получается последний или что? Да, вот последний у меня. Все отлично. Патроны. Ее пошла, пошла, Арда. А, все. Ну да, я, конечно, меньше всех что там убивал. Везде хуже. Охотник за головами, ну хотя бы хоть что-то делал. Какие-то. Так. О. О, ну хотя бы одно оружие поднял. Один уровень. Так. Ну, в принципе, сейчас я должен зайти в классы. О, да, отлично. Ну, я вот думаю, лучше перезарядка на 25% быстрее. 25% больше патронов, ну, я не знаю, ну, как бы и так у тебя три вида оружия с собой практически всегда. Даже два, ну, грубо говоря. Ну, этот я не знаю, ну, мне кажется, лучше все-таки 25% скорость перезарядки лучше. Так, я что-то там вкачнул. Какое-то оружие, да, определенного уровня. О, да, дробовик. Давай. И все, денег нету. Были деньги, нет денег. Ну, в принципе, все. Хрен ты что вкачаешь дальше. Так, что-то народа нету. Мне нужен народ. В этой замечательной игре. Человеки будут? Не, ну я в принципе могу начать один, и кто-то ко мне законнектится. В принципе, что вполне можно так и сделать. А не. Ну, блин, он... А, нет, этот чувак, скорее всего, уже играет. В катке находится. Чё так фризит-то сильно? Непонятно. Вот, когда вот коннектишься, грубо говоря, к челу. В лобби? Какие-то лаги появляются. Может, это предварительная загрузка, конечно. Ядрить лагает. Я хочу выйти отсюда. Что за бред? Почему эта игра так лагает? Жесть какая. Вот, и сразу перестал лагать. Ну, понятно все.
консоли все лагает сразу, да? Как попал. Xbox. Тоже чувак играл на Xbox. К добру не приводят кроссплатформинг здесь. Ничего не имею против Xbox, просто я предпочитаю ПК. Но нынче... Не. Ладно. Не, вот все, в принципе, больше не лагает, на удивление. Что-то начальные фризы были. Не знаю, с чем это связано. Ну, оптимизация. Высшая оптимизация. Ну, она по факту здесь реально хорошая, но как-то в меню чувствуется, что фризит. В лобби. А так, блин, мое почтение здесь оптимизация, честно скажу. На максимальных настройках все на максимум. Все, что можно. 60 кадров. Так, зачем я кругаля сделал? Не знаю. Да, трехстрельное оружие самое то во время апокалипсиса. Ну, конечно, эконом, но... Я человек не экономный. Ну, что поделать. Я когда вижу орду, я зажимаю сразу кнопку. Вот там пацанов жрут. На позик на корону приехали. Еще все? Подожди, у меня же было больше патронов. Чего? Что это так? Спасите машиниста, так где? Все, проиграли. Нет? Мы еще играем. Ну, пацаны, как-то сами, давайте я защищаю поезд. Трехстрельной пукалкой, блин. Бесполезный. Если уж честно. Блин, секунды идут, надо спасать. Если не успеем, то все. Ну давай, перезаряжай свою стрелялку уже. Все, отлично. А что сбросился? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут кто-то уже из своих зомби стал. Как играть с такой пушкой, боже мой. Трехстрельной. А пистолет вообще не вариант. Ой, короче, отдайте мне мой дробовик первоначальный. Уже кто-то опять зомби стал. Защищайте поезд, блин, называется. За нас сейчас снесут нафиг. Вон, блин, товарищ стал зомби бегать. Комрад, блин. Прости, ничего личного. Пошел вон. Как плотно было. Капец. Пушки самые всратые. Чё, чего? Все? Это такая короткая миссия была? Я уже даже не помню, что так было. Да. Долгая миссия была. Но я подключился в разгар уже, наверное, когда они уже там половина орд уже перебили. Блин, пушки говно полное, вот честно скажу. Вот начальный, вот, который нам дали. Ну или, по крайней мере, из тех, что валялось. Осталось. Ну, максимально всраты. Извиняюсь за выражение. Ну, блин, какой нафиг помповик, какой первоначальный. Первого тира. И какой нафиг хрен знает какой-то автомат, я уже не помню. Ну, трехстрельный. Какой нафиг автомат трехстрельный, когда тут такая жесть происходит? Ё-моё. Ну и бред. Вы хоть... Блин, я не знаю, пусть... Раз так пошло, давайте пистолеты одни. Пусть будут. Вообще веселуха. Так, ладно.
Я готов. Три ПКшника и один Xbox. Xbox. С нами Xbox играет. Я как понимаю, я ничего не прокачал, да? Я просто не обратил внимания. Это же прикольно они сделали здесь прокачку оружия. Но я бы предпочел, не знаю, как-то по отдельности, что ли, вручную все уставлять, покупать каждый модуль, что тебе нужно, что не нужно. Ну, мне кажется, можно было как-то более продвинуто это сделать. А, вы меня ждали, пока я выйду из класса? Точнее, ну... изменение своих навыков, я не знаю, оружия, внешнего вида. Капец. А я-то думаю, что-то как-то долго отчет идет, хотя все готовы. А там, пока ты сидишь, получается, меню отчет больше минуты дается. Удобно, удобно. Нью-Йорк. Огонь, вода и медные трубы. В эпизоде 4 карты получается. Ну, главы. Третья глава из 4. Ну, они быстро проходят. Довольно-таки. Да, конечно. Thanks for the ride, Stevie. To be hug, kiss, or should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best. Have fun with your trains, nutcase. Так, в начале ясен пень, как я понимаю, нифига не дают. Ну, тупо вообще нифига. Без аптечки, без ничего. Вообще тупо бегаешь. И так проживете, как говорится. Нужна аптечка, ищи по карте. Нет, прикольно, конечно, но я думаю, когда играешь на последней сложности, там уже, конечно, не так хочется. Быстренько пробегать улицы. Так, ну вот, первая аптечка нашлась. И она досталась мне. Неплохо. Не, ну реально, я не понимаю, как на максимальной сложности здесь без получения урона, блин, пройти. До первой аптечки. Эти зомби, которые валялись, встали, урчали. Это, думаю, что за звуки? Откуда? Где? Так, есть что? Вот сейчас тут классно то, что есть вид от первого лица, но он здесь как бы по факту и не особо нужен. Тут, конечно, лучше играть от третьего. У тебя поле зрения больше становится. Может, позже как-то его и включу, и побегаю. Но пока... я лучше побегаю так. Так, надеюсь, они ко мне спустятся как можно скорее. А, ну да. Я так и чувствовал. Но у меня есть навык, который мне, если кто-то хватает,
я его откидываю от себя сразу же. Но этот навык перезаряжается 120 секунд. Полезная вещь, потому что хрен знает, когда они ко мне спустились. Они там вообще помирают. По всей видимости. Тут снаряжение столько валяется. Пока они там бегают, я уже, грубо говоря, до смены нового оружия, да, дошел где-то? Здесь. Нет, стволов нету. Обидно. Я бы сейчас себе это присмотрел бы хороший ствол бы и пошел уже. А не бегал с тем, что осталось. Ой-ой-ой, вот это... О, успел его снять. Он сейчас накинулся на меня. А я бы смог бы снять. Минута явно точно не прошла. С половиной. Ну, вроде как минута с половиной, может больше, я не знаю. О, еще одна птичка. Пусть кто-нибудь возьмет. Я вот пулемет взял. Как раз. Так, у меня неуязвимость к огню, я бессмертный, потому что я вкачал навык себе такой. Нет? О! Меня коробка спасла. Спрятался за коробку. Руки прочь. Руки прочь. Вон. Пошел вон. И ты тоже давай. Мой, блин, Рычленку, мое почтение скажу. Это. Она тут неплохая. Тут даже трупы, когда валяются, их можно разделывать. Что довольно-таки круто. Рокдол какой-то просто брать, который на земле валяется, и кромсать. Ну вот, о чем я и говорил. Так, это оружие у меня, по-моему, вкачано, поэтому я буду с помпиком дальше бегать. Вкача оружия, следовательно, повышение урона, пробивной способности, всякой такой фигни полезной. Что, в принципе, и мне и нужно. И в дальнейшем может спасти жизнь. А, вот, все, я нашел себе замену помповика. Буду со вторичкой бегать. Так, ловушки надо раскидать. А у нас их ограничено. Сетку надо по-любому сюда ставить. И снаряжение подобрать. Ушел вон. Так, я надеюсь, у нас сверху есть... А, конечно, хрен там плавал. Я бы эти ящик с патронами бы наверх закинул. Была бы моя воля. Что, все готовы? Все-все-все раскидали, все, что можно. Так, все, он врубил. Ну да. Вроде как все. Ё-моё. Вот в принципе здесь мой пулемет пригодился бы. Но я лучше его напоследок оставлю. На черный день. Прям когда уж прям при смерти все будут. Или совсем уж плохо. По обороне нашей. Там чувак как раз с огнемета жарит. Вот это ирония, да? И... Пожарный вместо того, чтобы тушить огонь, пользуется огнеметом, жарит всех. Йо, пошли коктейли Молотова.
Блин, да я только... Мы только их раскидали. Блин. Они же не дадут мне туда спуститься, патроны все. Там еще как раз молотов валяется, которые я могу подобрать. Давай, перезаряжай. Давай, подбирай. Раз. Два. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, перезаряжай. Нет! Есть, навык сработал. Блин, полезная вещь этот навык. Скидывать с себя врагов. Но я боюсь, сейчас я просто грохнусь. Нет! Пацаны! Помогите! Нет, не стреляйте по мне! Прикройте, я лечусь. О, прекрасно. Жить можно. Пока что. Пока следующую аптечку не найду. Пустовато. А ведь там могла быть взрывчатка или аптечка, или хрен знает что. На самом-то деле. Ну что, вы идете сюда? Я с последней пули забрал этого тарана. Украл спешл моба. Подавайте, все. Это, конечно, круто, весело, но давайте, нам идти дальше надо. Так, что у нас по выбору оружия? А, ну, я понял, я иду лесом. Ну, в принципе, мне так нормально. ППшечка, в принципе, меня устраивает немножечко. Дробовичок. Блин, нет, два дробовика, это, конечно, перебор. Перебор. Это такой максимальный перебор, иметь два дробовика. Один как первичное и вторичное оружие. Еще не хватает третьего тяжелого дробовика. Йо! И на меня, да? На меня они идут. Фух. Я вот, кстати, не знаю, на крысах бы сработало, как вылезти из них. Ну, крыс не откинешь-то по факту. Ну, может, и можно откинуть, но это будет как максимально сложно. Лучше бежать. Лучше решение. Это я возьму. А, нет, карабин. Нет, я не хочу стрелять по трибульке или одной пульке. Я люблю автоматы. Автоматическая стрельба. Без очереди. И одиночно. Ой, нет, ну это я пусть товарища забираю. Жесть, сколько тут мяса. Блин, тут взрывчатка. Ай, турели! Как-нибудь аккуратненько, да, пробегать их надо. Ага, засел засранец. Уже кого-то убили. Уже второго уложили. Вы чё, это пацаны? Bullshit!
Жесть. Сзади меня кто-то. О, нет, только не ты, товарищ. Только не ты, товарищ. С тебя с пулемета я фигачить буду. Разрывного. Не получилось, братан, да? Капец, я весь пулемет просрал из-за него. Кто выжил? Ладно, Барретт берет, тут все равно 12 патронов осталось. Колючая проволока. Кто? Блин, мне лечилочку какую-нибудь, да, найти? Аккуратно так спрыгивать можно получить. Перелом. Ну или немного хп потратится. Может. Ты вы что, там аптечки что ли себе позабирали? Признавайтесь. О. Блин, МК. Давай, давай, МК, МК. МК-то по-любому лучше будет. А вот кто бы аптечку дал? Да. Аптечка, сука, нужна. О, кстати, у меня же навык есть, который 20% вероятности оборонительное снаряжение не лом... ну, не израсходуется. Ну, две колючки смог поставить. Блин, на самом деле, типа 20%. Вроде мало, а вроде срабатывает. А чё, аптечки вообще нету никакой? Чё, серьезно? Нет, ну, нет, это не смешно. Неплохо я так запросил артиллерию. Так, а еще бы они так аптечки поскидывали бы сверху. Я ни на что не намекаю, но... Да. Да, было бы и реально не лишнее. Ну... Здрасте. Как он максимально бессовременно сидел там. Ух, зараза. Не, ну вы что, типа серьезно так издеваетесь, что ли? Вообще ни одной аптечки? Просто не поверишь, что я насколько слепой. Куда ты что? Одумайся, не надо так меня убивать. Фигач с миномета. Так рекуна убили, все. Он будет бесконечно призывать. Вот чем МК нравится, она, блин, да, максимально точная. Даже спокойно из бедра можно стрелять. Чела надо спасти. Все, последняя пуля. Надо вниз спускаться. А полоски тем самым вообще ее нету. I need bullets. Bullets. Пули, пули нужны. Все, вот тебе и пули. Так, вижу, приезжает. Он почти доехал до нас. Кораблик. Блин, он просто тупой из воздуха появился, как так? Он наглый зомби. Ох, ни хрена не повылазили! Откуда? Ох, ё, больно. Больно ему было. Перед лицом взорвался чел.
Нет! Сейчас я упаду. Пошел. Блин, я чел тупо хедшота расстрелял своим. Ну, самое главное, что он не отхилился. Ну, накормил его лицо знатно свинцом. Но сам виноват, он начал размахиваться рукопашкой, когда я в них стрелял. Ну, я слишком меткий по головам, походу. Опа-на, поднял. Третий уровень с 5. Максимальный уровень 5 здесь получается у оружия. О, я даже класс что-то обновил. Тут выбирай либо оружие, либо класс. Так, а что у меня тут? Вы не сможете подбирать на задание сумки со снаряжением, но ваше снаряжение будет постоянно восстанавливаться. А, ну блин, не. Камон, это useless, по-моему, какая-то фигня. Ну, сомнительно. После убийства 15 зомби попадает за короткое время, у вас восстанавливается 11 предмет снаряжения. Ну, в минуту, ну, это нормально, но лучше, в принципе, это вкачать. Больше как-то ремолотов приносить. Потому что одно снаряжение подберешь, у тебя 3 молотова. Ну, как бы, вполне выгодно. Я не знаю. Вот эта вещь полезна. Так, если из вашей команды остались на ногах... А, ну, в принципе, вот эта вещь полезная. А сколько? Если все команды только вы остались на ногах, вы получаете эффект маскировки. Ну, я бы так сказал. Если как это понимать? Просто если все умерли, прям зомби стали, все, капец. То в плане... Не знаю, ну такое себе. Ну я, в принципе, все. А что там еще, пока игра не запустилась? Ну я думаю, вот этот взять. Средний. Когда дойду до определенного уровня. Но можно убить коктейлем молота 25% больше зомби. Вот мне вот это интересно, конечно. Что это подразумевает они собой? Как убийство зомби... Но 25% больше. Может, это имеется в виду, он дольше будет гореть. Просто такая фигня была, по-моему, в начале. Там можно было вкачать. Ну, в принципе, я думаю, да, полезно будет 25%, в принципе. Ну и с другой стороны, 100% добавляется к урону молотов. Это ты себе кинул под ноги, урон не получаешь, зомби подходят к огню и тупо падают. А спешл мобы, ну, такой неплохой дэмэдж получают. Ты можешь тупо потом выстрелить в лицо и все, пока. Если я так понимаю, работает. Это, короче, надо все тестить. Тяжело так прям. На словах понять, как это работает, как это будет в практике. Но, блин, проблема в том, что придется помимо 500 давать еще 500, то есть около косаря за 2 навыка, чтобы использовать. А вопрос, зачем тебе 2 навыка, если ты будешь использовать только один? О, вот это я возьму. Down. Reloading.
Давай, топориком. А ну слез, товарищем его. Ух, ё. Блин, там турель стоит. Все, он завалил, красавчик. А теперь штурмуем, к турели бежим. Не стреляй, не стреляй. Все, она теперь своя. Кто бьет? Так, я наверх пошел за пушками сразу, если будет. Да, у меня есть, конечно, преимущество, что я могу бежать наперед. Что если меня кто-то ходит, я могу вырваться. Но толпы я точно не отобьюсь. Везде пицца лежит. Йорк, чё уж сказать. Питаются ей. Так, а чё? Спрыгивай, да, сюда надо. Лежать. О, что я нашел? Что я нашел? Я нашел адреналин. То есть, если меня повалят, я могу воткнуть себе адреналин, я не буду уставать во время бега, и еще я встаю. Без помощи товарищей. Блин, полезная вещь. Но я думаю, все-таки аптечка лучше будет в моем случае. О, как раз аптечка. Если я успею ее захавать... А я ее успел захавать. Все, отлично. И могу поменять дробовик. Да, более посередине. Блин, сорян. Я не хотел. Нет. Пошли вон. Я помогаю, блин. Я только полечился. Капец, вот за пару секунд, за пару мгновений у меня столько хп снесли. Я в шоке. Ну, чувак пишет гол. Я с ним согласен. Пацаны, давайте, заходите, заходите. Быстрее. Блин, чё они такие тупят? Господи, боже мой. Давай, давай. Господи. Ну, наконец-то. Стоп рашен, да мы не рашим, блин. А тут никак не по-другому, нас тогда захавают. Мы не будем быстро продвигаться до точки безопасности. Молодец. Так, еще одна мина. И аккуратненько. Аккуратно спрыгнул, но он ее не заметил, по-любому. Да, минус капец как хреначит. На молот. Я, хоть бы что. Они там все пламены, все горят, и палим, палю. Просто тупо. Подумаешь, какой-то огонь. Ой-ой-ой. Блин. Я потратил хп из-за этого камикадзе. Кыш, 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 кыш. Блин, лезут тут гады.
Time to run. Ух, черт. Тут близко было. Еще бы чуть-чуть приблизился. Что у нас здесь? О, аптечка. Забирайте, я забираю аптечку. У меня сейчас хилка важнее, чем какой-то адреналин. Хилка важнее адреналина. Ну, адреналин, типа... Блин, жалко, что нельзя адреналин в аптеку таскать. Вот это было бы круто. А вот в Дэдди тоже был адреналин, но он своеобразный был. Он был как этот. Ускорение, буст. Ты себе ускоряешь. Немного хп добавляется. Двигаешься быстрее, поднимаешь своих товарищей быстрее. Лечишься быстрее. Ну, короче, что делаешь быстрее. Блин, капец, они тут нафигачили мин. А можно как-то аккуратно обойти? Нет, здесь аккуратно... Да ёпарца, ты вы чё, угораете? Я даже не знал, что она сзади стояла. Тупо всех хп снес себе одной миной. Так, это я возьму. Глок полуавтоматически мне нафиг не сдался, честно скажу. Лучше я буду все подрывать! Нет, 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 нет! Блин. Твар. Надеюсь, меня кто-нибудь спасет, успеет. Время у меня не так долго жить. Нет. Никто меня спасать не собирается, я это понял. Или все-таки пойдут спасать меня? Давайте, пацаны, пацаны, у меня хп мало, у меня сейчас упаду. Давай, 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 беги, 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 красава. Быстрее. Аккуратно молотов кину. Блин, это жопа на самом деле. Ой, блин. Грёбаные хью парасоты. Черт возьми, наставили тут своих этих мин. Нафиг валим отсюда. Давай, давай, давай. Беги, беги, чувак. Все, давай. Нажал, молодец. Да. Captain, the civilians are here. They're armed. All right, listen up. Re-backing the wounded via chopper. We've got multiple swarms inbound and we're stretching for break. Блин, сейчас аптечка капец как не помешает. Вот недавно говорил про аптечку, я тупо ее захавал, и уже нет. И нет хп. Где-то две аптечки надымали, пацаны. О, вот эту фигню я возьму. Эта фигня полезная. Флайер. Именно здесь. Именно здесь и сейчас. Да. Прекрасно. Прекрасно. Нет аптечки нигде. О, может здесь она будет? По-любому должна быть. Да ну нафиг, вы чё? Это не смешно. Это not funny. Not... Не смешно. Игра, пожалуйста. У нас времени не так много. До начала Орды. Всех захавали аптечки, блин, боже. Я уже один раз падал, получается. Мне нельзя... Сколько, два раза падать? По крайней мере, следующее, я думаю, я еще переживу. Падение. Так, о, еще я нашел. Если к стенке прижмут, то я их отгоню. Скажу, мистер Сальери передал вам пламенный привет. Да я не поверю, что птичек больше нету. Где птички? Дайте бинты, дайте адреналин. Да хоть что-то дайте, боже мой. Их нигде нету. Нигде.
Может, кто-то подлечит, если запросить. Ну, пацаны. Не, короче, жопа. Жопа мне не птичка. Ща я... Ща авиаудар сделаю. На нафиг. А, он перезаряжается, ну ладно. Пока что не побомбишь. Ай-яй-яй, больно, кто? Мне вообще на земле страшно ходить. С моим состоянием ТХП. Я лучше сюда к нему залезу. Так, я бессмертный, я буду на огне стоять. Нет! Отошли! Черти! О! Прирост КП дали. А как кто-то дал, это у кого-то навык сработал, по-моему. Потом какой-то комбо вист, по-моему, что ли, наделал, я как понимаю. Потому что я что-то знакомое видел такое. Нет, флайер пока что не надо израсходовать, потому что сейчас вдруг орда целая побежит. До трех человек это бессмысленно. Минус камикадзе. Пошли. Так, что у нас? Пошла жара. Блин, нет, их, чтобы кто-то додумался меня подлечить, они все сами скавали аптечки. Вот что за наглость-то? Вот, где эта командная игра в игре? Я не понимаю. Так называют, спасаешь жопы товарища, помогают тебе максимально. Да, и здесь ничего походу нету. Не показал, что там что-то показывал. Ой, вот эту тварь надо убить, крикуна, который кричит там. Как туда попасть? Где он там орёт? Хватит орать. О, тут кто-то не увидел турель, блин. Гений, блин. А вот, кстати, на самом деле, кто знает, куда её ставить. Я, наверное, бы сюда поставил. На всякий случай. Потому что никто здесь не стреляет. Так, держите позицию. Ну, давай. Давай. Держу. Обеими руками. А, все схавали, боже мой, черт. Откуда у них две аптечки опять? Вы что, люди такие, это... Вот
Вот они жрут аптечки, а вот страдают, я не знаю, как то. А, они тут что-то динамит какой-то нашли, подорвали контейнер. Теперь понятно откуда. Мне как поделиться с товарищем, который тут бегает, страдает. Так, надо авиаудар сделать. А здесь? Да хоть куда-нибудь стреляй. Максимально бесполезный взрыв, мне кажется, был. А нет, что ты сделал? Готово. Подожди, это у меня прирост, да, получается какой-то по навыку? Я... А! Бля, по-моему, я что-то сейчас немного не понял. Что у меня хп отхиливается. Через какой-то отчет, походу. Я долго держусь с такими хп. У меня пополняется обратно. Один квадратик. Ядрить их там. Ну чё, ща как пойдет жара. Давай перезаряжай, фулая. О, нет! Откинул. Его даже успели снять. А, все, валим, согласен. Давай, беги сюда, чел. Хватит фигачить по ним. Да кто там? Такой дурачок. Да их там много. Где вы, блин? Идиот. Какой конченый идиот. Чё он там стоит? Кикните, забаньте его нафиг. Ты идиот. Кусок. Ладно, не буду бомбить. Это пипец. Каким можем быть? Иди сюда, идиотина. Вот так тебе и надо. Какие же идиоты играют порой, я просто не понимаю. Каким может быть таким конченным идиотом серьезным бегать? Даже чувак бежит, бля, комуха. Как можно было просрать? Типа, ну можно было просрать. Там у чувака, наверное, тоже нервы такие, боже мой. Блин, в этой игре вот минус, нету возможности тикать и банить из сервера. Если чел какую-то фигню творит. Типа, если он ФК стоит, то да, его, по-моему, в принципе, выкидывают. Ну, реально, какие-то такие идиоты у тебя встречаются, ну... Это просто трэш. Я не знаю. Ты ничего с этим не можешь поделать. Максимум, вот, своей командой же его тупо фигачить, пытаться замочить. По нему стрелять. Я, в принципе, кстати, не додумался до этого, я бы так и сделал. Я бы тупо по нему стрелял бы, чтобы он побыстрее сдох. Все, мы прошли первый эпизод. Собственно, Нью-Йорк. И у нас Иерусалим пошел, второй эпизод. Так, ну, чё я? Качать ничего не могу. А вот оружие... Что-то здесь светится. Да, улучшение ПП. Это я вот такой возьму. А, у вас недостаточно денег. Ну, отлично. Это меня новость прям обрадовала.
Денег у меня нету, но вы держитесь. Денег нет, но вы держитесь, да. Да. Можно, в принципе, пойти сразу же в Москву, потом Иерусалим. Иерусалим. Что, в принципе, почему бы и нет? Я бы хотел бы зимнюю карту. Давайте Москву. За русских персонажей, а? Блин, уже челы играют, ну серьезно. Как же обидно. Вот жалко, что нельзя выбрать чела, который в лобби находится. Все по-любому кидают людям, которые уже катают. Спасите экипаж вертолета. Эпизод 3. Москва. Глава 1. Знак свыше. Да, начало, конечно, офигенное. Мы хрен знает, где находимся. Как все началось. Блин, не знаю, может свое лобби просто тупо сделать. В принципе, я бы так и сделал. Давайте так и сделаем. Я не хочу с пацанами играть. Начинать с того места, где они остановились. Как бы. Я хочу с нуля. Какой смысл просто коннектиться к концу игры? Я выберу и себе персонажа. Я нажму и готов. А, нет, подожди, я хочу другого персонажа. Я хочу Ивана. Иван. Хочу Ивана быть. И все. Следовательно, кто хочет, заходит. Как бы ворота открыты. А играть реально с конца или с середины, ну, я не знаю, это очень тупо. Вообще, зачем так сделано? Ну, как бы можно понять, зачем? Ну, я не знаю. Весь кайф это с нуля-то играть, а не, грубо говоря, на концовку прийти. Особенно первый человек, который первый раз играет в эту игру. Для него это будет очень тяжело. То есть он, грубо говоря, ему придется заново с нуля перепроходить. Так, ну, три бота и я. Нормально. Куда я, туда и они. Хвостиком бегать. Это Хеликоптер. Да. Но они, кстати, когда накидываются на меня, навык не сразу срабатывает. Он мне, типа, все равно какие-то пару лещей дает. Да, конечно, можно туда сходить, можно сюда сходить. Надо вообще все. Вот, о чем я говорил, надо везде ходить. По-моему, я шел на мыло поменял, ну да. Ой, я вирус нашел. Это доплаты плюс опыт. Но минус в том, что если я умру, я стану зомби. Типа с ним надо осторожно. Ну, кстати, можно сделать для разнообразия вид от первого лица. Побегать. Здесь, конечно, стрельба от первого лица, я так скажу, из разряда GTA 5. Из бедра ты целишься.
Но все равно неплохо. Так, лежать. Еще здесь нет. Побежали. Что здесь можно бегать и перезаряжаться одновременно? Это очень круто. Так, это я брать не буду. Нет, у третьего лица, я так скажу, намного удобнее стрелять. Вид у тебя больше. Знаешь, что сзади происходит. Угол обзора. А то мне легче было попасть по нему с третьего лица. Не, это, конечно, забавно, но лучше реально от третьего лица. Блин! Куда идешь, Оксана? Прям на мину пошла, когда я выстреливал. Stand your ground. Over there. Watch where you're shooting. Так, что у нас здесь? Нет, нет, нет. Как больно. Пошли вон. Ой-ой-ой, токсик. А нет. Почему я? Да, у меня навык такой есть. Все. Чего? Я сейчас зомби стану. Капец, на меня плюнул, еще и этот был. Таран. Капец, все, что, все легли? Ну поднимай уже кого-нибудь. Быстрее. А, меня. Давай. Давай, я этого поднимаю. Блин, близко было. Не, арбалет, конечно, такое себе оружие. Максимально, я не знаю. Здесь бегать тяжело с ним. В таких помещениях. Так, полечиться по-любому надо. Что и ботам не помешало. Да, конечно, боты лечиться не умеют. Разочарование. Они только как болванчики ходить стрелять умеют. Вот все эти три аптечки я должен самостоятельно каждого полечить. Я, конечно, две аптечки потрачу на них.
Но третью аптечку я заберу себе. Мне она пригодится. Ничего, ничего такого, знаешь, серьезного. Типа, ничего личного. Мне она тоже нужна. Не, ну если здесь будет аптечка... О, давай, Тимур, иди сюда. Блин, лечиться бы, если бы умели сами, это было бы так офигенно. Блин, Тимур, ты молодец. Вот что я хотел тебе сказать. Здесь вот полезный арбалет этот разрывной против таких. Это я возьму на всякий случай. Ой, найдите терминал, включите его. О, он меня чуть не схватил, капец, страшно было. Честно скажу, было стрёмно. Блин. Плюнули. О, Сергей, ну ты пострадал довольно-таки сильно, я тебя полечу. Но все равно нельзя аптечку вставлять, как бы. Алло, целая аптека. Ой, а я не помню, он вкачан или нет. По-моему, вкачан. Так, револьвер или дробаш? Револьвер. Я хочу магнум. Хочу быть гангстером. Хотя, знаете, я что-то передумал. Все дробовик. А кто, где? Я плюнуть-то успел. Блин, господи. Там этого громилу-то завалите, пожалуйста. И он на меня пошел. Лошара. Ой-ой-ой, а у меня тем самым патроны-то кончились. Пошли вон. Нет. Давай-давай-давай, Ник. Надеюсь, не успеет меня повалить зомби. Если уж лежать, то уж не лежать вообще. Прикройте. Прикройте, ё-моё.
Я тебя убью нафиг. Закройся. Дезинфекция, боже мой, как вовремя. Пацаны, помогите. Найдите следующий терминал безопасности, блин, с удовольствием. Лучше пулемет взять. Блин, они сейчас все лягут. Все, все легли. Умри! В смысле? Дезинфекция нужна. Я упал. Это сложно. Одному сложно, боты тупые. Боты на максималке тупые, боже мой. Они тупо стоят на месте, серьезно. Они тупо толпой стоят на месте и все. И ничего не делают. Они тупо стреляют и стоят на месте. Офигенно. О, боже. За что мне такое наказание? Ну, хоть так вот меня успокоили. Ну ладно, я к чувакам зайду, которые уже катают. Нафиг надо. С того же места начну, в принципе. Плюс-минус. Не, ну с такими ботами это... Да. Которые даже ничего не умеют они не умеют быть самостоятельными, боты, серьезно. За ними надо все делать, помогать им везде, во всем. Господи. Беспомощные боты, боже мой, кошмар. Вот они уже катают, чуваки. Чуваки уже вовсю катают, а я к ним иду. Иду разносить головы, давайте, пацаны. Вот сейчас вы, вот люди разумные, они умеют все делать. Они умеют лечиться, они умеют, да, все. Вот, с того же места, в принципе. Только я играю уже за другого чела. Ну, не важно. Главное, с того же места. Практически. Так, о, смотри, аптечки. Ой. Извиняюсь, я не специально. Я нарочно. Я не специально, я нарочно это сделал. И никак иначе. Быть не могло быть. Да. Лежать. О, это мне? Это малышка мне пригодится. Не, бензопила не, нафиг надо. Карабин трехстрельный. Че, ему никто не помогает? Try to be careful.
У нас один умер. Блин, через 50 секунд будет. Пока что 3 силы у нас. Господи, у него ХП нету. Ну ладно, давай я дам. Я нормальный товарищ, я лечу своих, они. Три аптечки забираю, когда мне нужно без ХП бегаю. Где они хавают. То есть, я не знаю, каким можно быть таким жадным. На себя тратить все три аптечки, а на себя, а другим не делиться. Такой, вот с такими играю, блин, на максимальной сложности. Дурачками. Которые не знают, что такое командная игра. Вообще, что такое команда, не слышат. Они только знают соло. Ай. Чувак, алло, очнись. Да. Мы так далеко пройдем с такими людьми. О, он решил очнуться просто с такого. Может, меня кто-нибудь прикроет, я не знаю. Алло. Надо на терминал нажать. Стоят, стреляют, блин. Стрелки, блин. О, еще один лег. Давай, поднимай уже. Сами разбирайтесь, короче, я задание выполнил. Мы так просто все передохнем. Это моя аптечка, идите на. Я с помпиком, наверное, побегаю. Помповик оставлю. Я укачить-то все равно надо. Так, нет, вот этот дробовик получше. Ох, сколько аптечек. Прям рай. А, подожди, в смысле аптечки? Я думал, она у меня была. Пошел он. Так, адреналин. Блин, вещь полезная. Так, вспомогательное оружие. Если они все сдохнут, просто я могу взять адреналин, использовать и просто тупо бежать. Без ХП. Куда, я не знаю. Куда глаза глядят. О-хо-хо-хо, не, приз я возьму, как его не брать? Это лучше, чем какой-нибудь дробовик будет. Ни хрена там спешелов вылезает. Блин, следующий надо найти терминал. Блин, они уже легли. Ты прикинь? Они уже лечь успели. Вот он, файер шоу. Господи, боже мой. Вставай, поднимай свою задницу, ленивый. Я, короче, пошел отсюда. Ну, давайте, подходите. Блин, нет, 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 отойдите лучше. Я лечусь, алло. Отошли. Блин, тупик. И полечиться даже не дают. Еще и патроны сейчас кончатся. А они бесконечно сейчас идти же будут. Охренеть. О, чел!
Сейчас второй появится. Давайте, давайте, давайте. Блин, как же повезло, я прям до максимума тянул. Главное меня, блин. О, нет, это Африкамен. Это черти, которые надо сажать на бутылку, я не знаю. Как можно играть и просто в АФК уходить? О, боже. А черт, блин, это самое ужасное, что... Блин. Я не понимаю людей, которые вот так в АФК уходят и просто насрать. Вот, блин. Да. Да. Пацаны, я покидаю вас. Вы какие-то дурачки, я не знаю. Вы какие-то глупые или что-то. Тиммейты самые ужасные. Пойду сделаю кофейку. Перерывчик небольшой. Так, ну чё? Дубль третий? Да блин, тут даже по большей части вся сложность была не... Ну, не самой сложности. А сама сложность, короче, в людях. Потому что люди какие-то неадекватные. Так. Я надеюсь, что люди будут нормальные. Ну, я просто не знаю, я с ботами дальше проходил уже, по факту. Они хотя бы в ФК так не уходят нагло. Время игры. Так, эти пацаны прям с нуля будут. О, я уже помповик для максимума вкачал. Да, Булата и нету. Эх, oh shit, here we go again по новой. Ну давай. Все по новой. Вот я верю, что это челы нормальные, они
будут нормально играть. У нас медик есть. Ну, я не знаю, насколько он медик, потому что тут медика можно в танка собрать. Я просто знаю, что такое медик здесь. И, кстати, он у меня вкачан до максимума и, в принципе, под... Техник, вот. Эти два класса, я просто в шоке. Медик это супер-овер прочный чел. Просто овер-супер прочный чел. Техник тупо овер, ну, реально неуязвимый чел тем, что он маскировку уходит. Его зомби тупо не видят. Он кидает под ноги себе эти гранаты невидимые. Он получается у него 7 секунд невидимки. Невидимка кончилась. Когда он побывал в газе. Он опять кидает эту невидимку под ноги. Постоял в газе и дальше побежал. 7 секунд его невидимый. Господи, и три таких гранаты. Это такая имба, вот здесь она просто капец имба. Ты тупо все спидранишь. Эти терминалы, фигалы, которые надо активировать. В принципе-то. Почему я играю не за технику? Да потому что... Ну, блин, слишком имбово. И как бы хочется другие классы потрогать. А чё вы там, пацаны-то, афкшите вы... Блин, я не знаю, что с людьми такое происходит, почему они стоят на месте. Они какие-то странные. Вот он нажал готов и стоит на месте. Можно его как-то кикнуть, я не знаю, группа... Балу. 110-й. А, за удаление можно. А, всё, он ожил. Так что нормально идем. А мне не важно, горю я не горю, я все равно это урон не получаю. Так, три молотого. Так, три молотого — это тема. Я их, в принципе, могу все три раскидать. О! Что я нашел-то, смотри-ка. Вещь такая нужная. Чё хорошо. Я могу раскидать эти молотого и тупо стоять на огне. А зомби будут умирать. Бля, снайпа. Ну, помповик-то мне вкачан. Поэтому лучше снайп убрать. А вот мне интересно, я взрывчатку могу взять или я могу... Блин. Только что-то одно, вирус. Это надо донести или взрывчатку для дверей. Вот это я, кстати, не знаю. Но, по-моему, там что-то одно. Так, это фиг... Это тут, блин, стволы бы нужны по-нормальному. С карабина такой себе стрелять. О, у нас медик не в танка собрался, он дает нам хилку, неплохо. Он мне желтые хпшки дал, это, то есть второй слой жизни. А чё я еле-еле иду? А, зомби же толпы когда грызут, точно. Штраф к скорости. Я забыл про это. А они ж когда толпой еще накидают, на тебя накидываются и все, обездвижен. Крысы, по-моему, где-то. Да. А чё это?
Мы не можем контролировать свой огонь, когда такая фигня происходит. Тебя крысы когда жрут. Да, если хоть что-то делать, то они с одной пульки умирают. Да. Что ты сколько и здесь в туловище не настреляешь, там в голову тяжело вот стрелять. Аптечка, скажи, что здесь аптечка. Ну, это тоже неплохо. Так, это... Чё? Блин, двухстволка, серьезно. Блин. Ну, ракетница тоже вещь полезная. О, пулемет. Это моё. Вместо ракетницы. А тот, кого нет, тут тяжелое оружие, пусть берет ракетницу. Нет, мое, оно мне надо. У меня ноль молотов. О, пушки, дробовик. Вот это мне по душе. Такой дробовик мне по душе. Но у меня минус то, что теперь у меня два дробовика. Так, молотов на прям на экстренный случай, братья. Так, куда? Вижу. Тупить нельзя вообще. Чел, блин, молодец, красава. Лечит просто. Он, по-моему, еще и лечение дает своими этими дротиками. Очень прекрасно. Он же такое умеет делать. Но у него, по-моему, 3 пистолета либо 2. Если брать по навыку. Три заряда можно таких делать. О. Кайф. О, бинты. Ничего не хочу. Вот эту аптечку я возьму. Бинты все берем, лечимся. О, барет хочу, барет. Штурмовой дробовик. Не хочу с ним бегать, хочу с этим дробовиком побегать. Хотя я тут подумал. Он же третьего тира, как бы, алло. И он вообще у меня, по-моему, не вкачан. Только, конечно, он не автоматический. Какая мразь здесь находится. Блин, я ночью не сдох. Какой он жирный, блин, капец, до ужаса.
На, молотов. Капец, он прочный. Сколько я в него уже всадил. А чё никто не нажимает опять? Чё, умереть что ли хотите? Чё у нас там лежит? О, это я возьму. Бежим, 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 бежим. Все, наконец-то. Мы дошли до туда, докуда можно дальше идти. Остановились. Вот это я понимаю, да, люди зашли, они хотя бы что-то делают. Вот, блин, те АФКшники капец меня раздражают. Наверное, Крис. Светлана. Блин, русские персонажи разговаривают по-английски, это как-то странно. Очень странно звучит это. Максимально просто странно, страннее быть не может, мне кажется. Какие пушки здесь прям классные прям лежат, тут тупо классные. Вот бы всегда такие пушки клали. Куча крисов, куча всяких пулеметов, миниганов, ну миниганов нету. Калаков много. Пошли вон. Я ваши сердца растоплю. А, это еще бой не начался, серьезно. Ну, вроде все расставили. Я хочу уже за мясо. Вообще мне ловушки надо расставлять, потому что у меня есть вероятность 20%, что они не израсходуются.
Пошли вон. Пошли вон, черти. Блин, вертолет, конечно, защищать, это жестко здесь. Бумажка, we are under attack. Он умер. Ну, возьму на всякий случай. Powerful weapon. Ну, блин, ну я как сказать, powerful weapon, все равно, когда используешь, что тут рубят эти зомбички. Чё он? О, чё я дошёл? О, не, можно и вирусы это таскать. Прикольно. А чё тут подрывать, такой вопрос? Все контейнеры скрыты. Уже. Блин, это жалко, обидно. Агенты, спасибо. Блин, дезинфекция, я хотел патроны взять. Надо вертолет защищать, его жрут. Ух, ни хрена их там. Блин, слезьте с него. Сейчас самого съедят. А, спасли. Нет, 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 нет. Успеть, 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 успеть. Спим. Уже темный экран был. Все, я чуть зомби не стал. Блин, сложная конце миссия была. Все по чуть-чуть. Блин, бабла так нормально, в принципе, насыпали. Ну, мне хватает, в принципе, на обновление оружия. Ну, на этого точно явно не хватит. Ну, и хватит зато на... Блин, мне на что-то должно хватать было. Нет, не здесь. Вот, на здесь. На Крис. А, то есть у меня прогресс не увеличивается, пока я не куплю обновление оружия, да? Вот так вот это работает, что ли? Блин, это как-то странно, ну ладно. 150, ну, есть 150. Класс Ясен Пень я не смогу. Это... прокачать, но в принципе надо следующее что-нибудь вкачать уже.
Урон от разрыва коктейля молотова повышен. Разрыва. То есть я когда если на толпу кидаю. Вот реально, вот у меня просто такие вопросы для разработчиков как-то хочется спросить. Что? Что? Чего? Так, это не то, я хотел желанного персонажа взять. А, у нас Оксана готова есть. Я буду за Оксану играть. А чё нет? Хочу быть Оксаной. Третий уровень на квадрокоптере. Блин, чувак с квадрокоптером третьего уровня. Вот это такое себе. У него же там вообще навыков никаких нету. Его приходит. Его придет все время спасать. У него же весь прикол будет с квадрокоптером в прокачке. Он же тоже там лимит свой имеет. Его приходится потом по новой ставить, новый. Находить и снаряжение. А он один единственный в начале. Не, квадрокоптер он типа полезный. Я вот смотрю, как люди с ним играли с этим классом. Я побегал так, два уровня поднял на нем. Он неплохой, прикольный класс. Ну, весь его весь только прикол начинается с середины, когда прокачаешься. С 15 уровня предварительно. Ой, пошло мясо. Ну, кстати, каждый класс появляется со своим оружием первоначальным. В моем случае это дробовик памповый. Жалко, конечно, снаряга все не сохраняется в предыдущем уровне. Как в ЦДДе. Оружки, все, даже мины. Это, конечно, не страшно. Привыкнуть можно. За заряд адреналина, блин, полезная вещь. Выбор. Двухстволка, либо двухстволка. Ну, по-любому двухстволку возьму. Пистолет первоначальный, вот этот. С глушителем, ну... Максимум. Вообще не хочу с ним бегать, прям по максималке. Он такой ужасный. Да, чувак, выбор прям максимально большой. Йо. Инфектор убит. Прекрасно. Кто-то меня подлечил. Дали прирост в защите. Так, все понаходили, да, получается? Все взрывчатки, все, что можно. Я лучше пробегусь еще разочек. О, гранатомет целый не нашли. Вы что, серьезно, ребят? Гранатомет, вторичное оружие. Точнее, вспомогательное, я хотел сказать. Целый гранатомет он. Ну, конечно, у него 6 зарядов, но... Тоже неплохо.
Шел вон. А на меня зомби накинулись. А, ГГ, понятно. Никто не поможет. Все, пошли вон, я лечусь. Молотов спасает. Нет! Бомер, блин, не вовремя подошел из-за ваш камикадзе, долбаный. Ну и нахрена вопрос, чувак, как ты сделал? Не самое время его было использовать. Это я возьму. Делиться не буду. Почти в меня плюнул. Так, ловушку-то электрическую сюда уж поставить, да? Да, сюда можно. Voltage grid is live. О, у меня навык сработал, как это охрененно. Сейчас мы максимально будем защищаться. Voltage grid set. О, кайф. Ловушка. Ловушка Джокера. Поставлена. Блин, надо, чтобы кто-то адреналин взял. Ну я пометил, но всем как-то пофигу, ну ладно. Ну все. Давайте начинать. А, уже подготовка идет. Кстати, насчет патрона бы это реально не помешало бы вещь пополниться. Да, стационара у нас пулемета нету, к сожалению. Кто по мне стреляет? Говнюки, блин. Я лучше полечусь. Не, эта фигня мне не нужна, спасибо. У меня поповик. Хорош. Он у меня хорош.
вообще не помповик, это уже... А, да, помповик первоначальный. Я уже забыл, что у меня он... Не-не-не-не-не, пулемет. Ха, успел забрать. Нет, нет. Somebody kill that screamer. Throwing a молоток. Еще один ящик здесь есть. О, вот этот дробовик мой. О, слушай, давай лучше вот это возьмем. Нет, я убил бота. Ничего, а тут бота. Какая разница своего? Своей разрывной фигней. Ну ладно, он появится все равно. Сейчас. Через 40 секунд. Что у нас здесь? О-о-о. Надеюсь, я могу поставить больше. Ловушка Джокера установлена. Блин, нет, вторую не смогу поставить. И не получилось сделать полную ловушку Джокера. Адреналин. Не, у меня хп полный. Лучше аптечку иметь при себе. Так, кыш. Камикадзе. Ох, его, как его размазало здесь. Варенье разлилось. Да. Ой, куда я пошел? Я пошел обратно. Я не хотел спрыгивать. Но пацанов что надо сопровождать? Блин! Не, как он, блин, за пулеметом сидит. Пока. О, Серега появился наконец. Блин, как он пулемет, конечно, держит. А ему удобно вообще так стрелять? Хотя бы видит. Жесть. Ой, боже. Как же это странно выглядит со стороны. Can feel it.
реально шелк. Или это не оно? А, здесь его нет. Продолжаем поиски. Ну, развалили его. Блин, патроны как-то далеко расположены. Каждый раз сюда бегать. О, это у нас Крис. Ну, я не знаю, Крис. Блин, не, я его скачать не могу, по-моему. Или его... Я уже забыл, что я качал, что не качал. Но я с арбалетом буду бегать. Нашел? Блин, нет его здесь. Может здесь? И здесь его нету. Здесь? Ничего. Нашел. Все, 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 бежим, бежим, бежим назад, назад, назад. Бегу, 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 бегу. А, тут ящики с оборудованием были. Оу, не-не-не, спасибо, спасибо, это, конечно, выгодное, очень хорошее предложение, но не-не-не, я вынужден отказаться. Мне бы сюда помощь, как бы, это... Ну да. Хрен тебе, а не помощь. Блин, я случайно отменил. Как долго я лечусь, кошмар. Нет, мне здесь делать больше нечего, я понял. Как-то все взрывается. А, у меня стационарный пулемет, что ли, это не зарасходовался? Пусть здесь будет. Птичек нету. Так, а вход где? Господи, вот он. Нифига там они, пацаны, развлекаются. Я вам помогу. Ой, нету никого здесь. А сюда нельзя, я понял. Нет. А хрен тебе с маслом, лысый. Блин, я что, серьезно, 3 пулемета смог поставить? Фига себе, я везунчик.
Я его убил. Как же повезло, что пулемет я смог поставить. Я как раз имею патроны тех, чтобы всех перестрелять. Пулемет кончает, 12 пуль. Все, я везде пуст. Пулемет остался тяжелый. Идем. Валим отсюда. Здесь нам больше делать нечего. О, пошли прыгать, походу. Все, отлично. Makes you think he cares. How far to the bunker? Not far. Как-то так. Ох. Что по статистикам? 400 монет. Я навряд ли что могу вкачать. Мне даже не хватает на выбор навыка. В пролете. Ну, понятно, короче, бабло надо опять копить. По-любому. Все другое стало. Итого нам осталось две карты пройти в эпизоде Москва. Так. These results indicate that A239 could be a legitimate weapon for neutralizing the infected. Стрим уже идет 2:30. Ну, в принципе, можно на этом заканчивать. Потом продолжим с Москвы, где остановились. Так. Subject is approximately 10 years of age, with transmutation occurring.